Итак, подача. И Боян Дубаич открывает счет в матче. 17-я минута. Да, к сожалению, проморгали наши центральные защитники. Могу ошибаться, но, по-моему, выиграл борьбу сербский нападающий у нашего Нина Галовича. Удалось пробить. И вот, собственно, на 17-й минуте счет матча уже открыт. К сожалению, Городей ведет 1-0. Говорили мы про перестроение, и удар Владимира Хващинского нас прервал. Макась здорово пробрасывает мяч на Хващинского. Макась, ну, Саша, забивать надо. Здорово, есть, да, 1-1. Вот так вот отличная комбинация в исполнении минских динамовцев. Прокидывают мяч Александру, и перед пустыми воротами оказался наш нападающий. И без проблем. Это вообще спокойно, без проблем. Иванов с мячом, пас Жавнерчику на фланге. Максим разворачивает атаку. Соловей, нужно успеть мячу. Да, достает Артем мяч. У Сеня перед ним, ну что, будет обводить. Пас Иванову, Фил пробить, нет. Здорово, Соловей, гол! 2-1, вот это да, здорово. Ну просто действительно, да не побоюсь этого слова, физическая комбинация получилась у футболистов Минского Динамо. Просто на загляденье все получилось. Максим Жавнерчик. Итак, удар. Вот это здорово, Алексей Гаврилович. Вот это да, здорово. Ну, просто изящный гол забивает Алексей. И 3-1, и 3-1. Да, метров 25-30 было до ворот.